Михайлович, спасибо. Ну, как вы понимаете, в учебном процессе, конечно, могут возникать очень много всевозможных вопросов. До ректора иногда дойти очень далеко. И можно обратиться к депутату законодательного собрания и с ним поговорить о вашей успеваемости. Но ближе всего это все-таки отцы-командиры, я бы их так назвал, которые поведут вас по этому огромнейшему полю знаний. И в первую очередь это первый проректор, проректор по образовательной работе, Вячеслав Александрович Бородавкин. Вячеслав Александрович. Встречайте, 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 не стесняйтесь. Вячеслав Александрович будет вам помогать, но прежде чем идти к нему, или к ректору, или к депутату, вам нужно запомнить в лицо и наизусть выучить имена, которые сейчас прозвучат. А мы посмотрим, какой факультет лучше будет встречать своего декана. Факультет А возглавляет декан Юнаков Леонид Павлович. Запомните, Леонид Павлович Юнаков, факультет А. Факультет Е возглавляет декан Олег Григорьевич Авошков. Запомните, Олег Григорьевич Авошков, это факультет Е. Факультет О возглавляет декан Сергей Константинович Петров. Сергей Константинович Петров возглавляет факультет О. Начальник учебно-военного центра. У вас есть уникальная возможность получить не только диплом военмеховца, но и погоны офицерского состава, и в этом вам поможет Константин Александрович Урковецкий. Конечно, могут возникнуть какие-то вопросы в области проживания, быта, питания, и здесь на страже стоит студенческий профсоюз, который возглавляет Марат Григорьевич Гагоуадзе. Запоминайте, глядите в эти лица, сфотографируйте их на память. Ну а сейчас, уважаемый Константин Михайлович, уважаемый профессорско-преподавательский состав, я хочу обратить ваше внимание на экран, потому что сейчас будет необычное поздравление и лично вас, Константин Михайлович, и всей семьи военмеховцев. Посмотрите со сцены. Рельеф 6400 метров, пик Чапаева, Великого Красного Командарма, лет всем выпускникам, всем учащимся, преподавателям. Константин Михайлович, привет отдельный. Вот наше доблестное знамя нашего университета стоит здесь, на пике Василия Ивановича Чапаева. Вот пик Хантанги, там живут хозяин Чельшани, 7050. Вот там, дальше, вот туда, вот это. Это пик победы. Так что мы уже близко. Мы уже близко. Здесь, конечно же, зал взрывается аплодисментами, потому что как мы выиграли на пике Чапаева. Спасибо большое.